каждой песни не просто намек, а прямое указание соблюдать правила дорожного движения важно и нужно. Ритмично и музыкально юные инспекторы дорожного движения передают свои знания ученикам младших классов. Таланты Ксении и Александры оценили не только ровесники, но и жюри всероссийского конкурса «Звезда ЮИТ». Участников было много, но победа досталась семиклассницам из Звенигорода. Мы в отряде с 5 класса. Вот, наверное, мы в начальной школе смотрели на ребят, как они к нам приходили, проводили разные мероприятия. И нам очень хотелось поступить в такой отряд. В 5 классе уже мы начали занятия и вот добились таких лучших результатов. Барвихинскому отряду ЮИТ «Веселый ветер» уже более 15 лет. В этом году его участники успели побывать на областном слете в Коломне. Ребята показали высокие результаты в 5 состязаниях. Сегодня у нас мероприятие необычное. Сегодня у нас праздник, посвященный 50-летию образования ЮИТа. И вот сегодня на этом празднике они покажут свою программу, расскажут, к чему они так долго стремились, и покажет свои выступления. Любовь к велосипеду в Барвихе поддерживают, а правила дорожного движения учат не только в теории. Большое внимание уделяют и практике. Проходим всякие задания на медицину, на ПДД, на аккуратность, когда ездим на велосипедах. От взрослых госавтоинспекторов юным. Самые активные участники отрядов ЮИТ получили грамоты и подарки. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».